Приветствую всех любителей криптовалюты и заработка в интернете. Сегодня на обзоре уникальный проект смарт-контракт эфириума CryptoHands. Разберем, посмотрим, как здесь можно зарабатывать и вообще стоит ли участвовать в подобного рода проектах. Итак, давайте начнем. Итак, проект у нас свежачок, запустился недавно, я за ним пару дней понаблюдал, ну и сегодня решил здесь принять участие. Ну, в принципе, меня сюда пригласили. Почему? Потому что здесь все построено на, соответственно, реферальной системе. То есть, своего рода матричный проект. В такого проектах я очень редко участвую, но здесь именно есть уникальность. И уникальность в том, что здесь, в принципе, можно даже без рефералов зарабатывать. Есть здесь переливы от вышестоящих спонсоров. Соответственно, все будет зависеть, под кого вы зайдете в данный проект. Минималка на вход здесь вообще низкая, от $10. Я думаю, попробовать себя сможет каждый. Ну и, соответственно, друзья, здесь у нас только одна криптовалюта, это эфириум. Это не просто эфириум, это эфириум смарт-контракт. Код открыт, почитать его и изучить сможет каждый, он уже загружен в сеть, ну и, соответственно, сам проект уже полностью функционирует. Итак, давайте знакомиться более подробно. Первый безрисковый блокчейн-проект. Как и сказал, здесь у нас матрица, переливы и все такое. Гласит нам заголовок о том, что мы можем заработать до 10 тысяч эфириум, ну, соответственно, это достаточно сложно, потому как надо строить большую структуру и приглашать сюда людей. Сайт у нас переведен на достаточное количество языков, я думаю, здесь будет пользователей как и российских, так и с других стран. Ну и, соответственно, статистика по проекту, сколько уже вложено, сколько участников. Ну и, как и сказал, меня сюда пригласили. Человек меня уверил о том, что здесь действительно можно будет заработать. Решил попробовать свои силы, не знаю, что из этого получится. В принципе, сюда я буду заходить не такой уж большой суммой, в районе $50. Посмотрим, что из этого получится. Итак, коротко. Здесь сразу написано, как это работает. Нам нужна эфириум кошелек, рекомендую MetaMask, потому как с другими кошельками, соответственно, надо будет вашего оплайна вставлять и так далее. С MetaMask просто вы перейдете по моей реферальной ссылке вверху. Обращайте внимание, чтобы был оплайн, то есть мой кошелечек, тогда, соответственно, вы попадете в мою структуру, а я на тот момент уже буду находиться в структуре вышестоящего спонсора. То есть сами понимаете, да, как это работает. То есть я захожу, переливы я буду получать также от вышестоящего спонсора, вы будете переливы получать от меня. Ну, более подробно это все расписано, сейчас к этому коснемся. Итак, что надо для того, чтобы начать работать? Соответственно, эфириум кошелек, это MetaMask. Чуть позже я все покажу, как это работает. Сумма на кошельке, соответственно, вот такая сумма нужна для входа. Но, друзья, учитывайте комиссию. То есть хотя бы 0,6 эфириумов должно быть на кошельке. Это примерно там $10-11. Дальше, более подробно, с какими кошельками именно работает сам проект. Ни в коем случае не биржевые кошельки, соответственно, не криптонатор и так далее, только официальные кошельки. Это Miser Wallet, ну я рекомендую MetaMask, потому как здесь будет идти полная привязка. Нажимаем раздел «Вопросы-ответы по эфириуму» и, соответственно, попадаем на кошельки. Также можно играть и с мобильного кошелька, участвовать в этом проекте. Нужно установить Trust Wallet. Вот, соответственно, MetaMask устанавливаем и самый отличный вариант именно для этого проекта. Дальше давайте пошагово разберем, значит, как все это будет работать. Мы регистрируемся в системе, регистрацию я покажу. Регистрация идет, если у вас MetaMask, то прямая привязка к кошельку. Автоматически с кошелька у вас пишется эта сумма, и вы уже попадете на первый уровень. На первом уровне вам достаточно пригласить трех партнеров, но возврат вот этих средств затраченных вы уже получаете с первого реферала. То есть, как и сказал, здесь матричная система. То есть первый же человек, пришедший за вами, отправляет эту сумму обратно вам. И это делается один раз за все время. Смотрите, друзья, вы набираете трех рефералов, четвертый реферал уже переходит автоматом переливом к вашему, тот, который зашел под вас. Ну, здесь очень интересная система переливов. Как это все работает, соответственно, можно будет посмотреть в самом смарт-контракте. Но я думаю, так, в принципе, все понятно. Шаг 2. Используйте номер эфириума кошелька без пароля. Пароль не нужен. Соответственно, ну, все строится будет на реферальной структуре. То есть вот мой оплайн. Соответственно, если вы будете заходить, здесь будет мой кошелечек у вас стоять. Ну и, как и сказал, будут идти переливы. Даже если вы не будете сами приглашать в этот проект, то переливы будут идти. Даже если не от меня, то от моего вышестоящего спонсора. Ну вот такая вот структура. Шаг 4. Получить рефералов можно тремя способами. Ну, соответственно, вы сами будете привлекать структуру, получить рефералов от 4 оплайнов. То есть, как я сказал, вышестоящий, соответственно,
моего аплайна, под которого я зашел, у него также есть вышестоящий. И со всей структуры будут идти переливы. То есть, ну, достаточно интересно. Я давно не участвовал в такого рода проектах. Они у нас, как обычно, были не на смарт-контракте, но вот здесь именно все будет сделано достаточно грамотно. Если вообще ничего, вы сами зашли в проект, все равно вы, тем не менее, под кого-то попадете. То есть подождите, пока система подберет вам свободных рефералов. Все свободные рефералы рано или поздно все равно под кого-то зайдут. Ну и так, шаг 4, получаем автоматические переводы от смарт-контракта сразу на наш кошелек. Согласно таблице уровней. Первый уровень мы чуть посмотрим, но это будет, соответственно, вот эта сумма. Это будет первый уровень. Дальше есть также и другие уровни, соответственно, на них можно будет зарабатывать немножечко побольше. То есть 0.15 это у нас будет второй уровень, 1.35 третий и так далее. Чуть ниже эта вся структура расписана. Шаг 5, соответственно, я его пока пропущу, это уже чуть далее разберем, так как это не первый видеообзор по поводу этого проекта. Здесь мы повторяем каждый год, но это, как и сказал, не в этом видеообзоре. Каждый, я думаю, сможет почитать и ознакомиться. Что дальше, какие гарантии, ну, также все это можно здесь почитать, для кого это будет интересно. Итак, таблица уровней. Ну, в принципе, вот первый уровень, это самый простой. 0.05 эфириум мы входим. Надо нам пригласить, либо подождать трех рефералов для перелива. Если у вас будет четвертый реферал, соответственно, он попадает в структуру уже, кто зашел под вами. Ну и, соответственно, сразу мы получаем прибыль. Прибыль небольшая, но, тем не менее, это пассивный доход. Дальше уровень 2. 0.15 надо уже будет пригласить 9 рефералов и получить вот такую прибыль. В общем, я сегодня буду заходить сразу на два уровня. То есть на первый, а потом на второй. Ну и дальше по уровню также есть третий уровень. И самый последний, это у нас 109.35 эфириумов, можно на выходе получить неплохой профит. Ну, соответственно, здесь надо строить структуру. Напоминаю о том, что здесь есть и переливы как от других участников, и переливы от вышестоящих. То есть, если вы даже не умеете приглашать, тем не менее, рано или поздно, кто-то все равно окажется вашим рефералом. И свою первоначальную сумму вы все равно получите на кошелек. Друзья, ну вот такой вот проект, не знаю, стоит ли здесь вам участвовать, не стоит. Принимайте грамотное взвешенное решение. Я, как обычно, напоминаю о рисках. Просто рассказываю тот проект, в принципе, который решил сам принять участие. Так, ну и преимущества. Преимуществ здесь очень много. Отсутствие рисков. Все затраты в проекте, то есть, соответственно, минималка на вход расписана. Если нет, никого сразу не можете пригласить. Тоже все расписано, что система рано или поздно вам подберет. Полная децентрализация. Все расчеты между участниками. Невозможно остановить систему. Соответственно, невозможно вообще заблокировать ваш аккаунт, так как он находится на смарт-контракте эфириума. Так, ну и здесь по поводу неактивных рефералов. Но это, соответственно, уже для крупных структур. Так, ну и статистика. Не забывайте сразу переходить в раздел «Вопросы и ответы» и «Вопросы и ответы по эфириуму». Все вкладочки здесь активны. Первая регистрация, вход, привлечение рефералов и получаем прибыль. Второе, соответственно, это раздел «Вопросы и ответы о системе», как это все работает. Ну, в этом видеообзоре я все покажу. Ну и, соответственно, по кошелькам. Рекомендую все-таки использовать MetaMask. Также я покажу, как с ним работать. Значит, переходим к статистике. Видим, что почти 3000 участников. Сколько гостей, то есть кто заходит, смотрит, интересуется проектом. И сколько уже на смарт-контракте, то есть пошло по переливам. То есть почти уже у нас приближается к 400 эфириум. Проект, по-моему, у нас работает 3 или 4 дня, если я не ошибаюсь. Надо будет посмотреть на самом смарт-контракте, когда была первая транзакция. Ну и видим, последние 10 переводов заходят абсолютно разными суммами. Как и сказал, я сюда также буду заходить на 2 уровня. Вся статистика доступна на Etherscan. Также вы попадаете на сам Etherscan эфириума, и там, в принципе, все это дело можно посмотреть. Ну и также у проекта есть соцсети, то есть Telegram, Twitter и YouTube. Ну что, друзья, теперь, наверное, приступим к самой регистрации, все покажу, как это работает, ну и будем заводить сюда на 2 уровня свои эфирки. Итак, давайте приступим к регистрации. Напоминаю о том, что лучше всего с этим проектом работать с кошельком MetaMask. Переходим в раздел «Вопросы-ответы по эфириуму» и, соответственно, вот здесь его устанавливаем. Выглядит он вот таким вот образом. Соответственно, как можно сюда сделать пополнение? Ну, то есть с любых бирж, там, неважно, с того же BestChange, здесь есть ваш кошелечек, и он автоматически привязывается к этому проекту. Как я сделал? Я просто сюда экспортировал закрытый ключ со своего кошелечка Exodus. Соответственно, вот вся регистрация. Есть у меня здесь небольшая сумма, ту, которую, в принципе, я буду заводить в данный проект. Итак, нажимаем вкладочку «Регистрация».
Так, значит, как здесь все происходит? В один клик. То есть в один клик это автоматически подвяжется наш кошелек MetaMask. Если вы хотите, соответственно, пополнять с других кошельков, Miser Wallet, то здесь есть автоматически и вручную. Вручную это как раз именно с других кошельков. Напоминаю о том, никакие не биржевые кошельки, не криптонаторы, только официальные кошельки. Это Miser Wallet. В принципе, все кошельки здесь представлены. Я буду входить в автоматически в один клик. Вот открывается наше приложение. MetaMask, соответственно, идет генерация к моему кошельку, и мы нажимаем Connect. Все, он законнектился и сразу нам предлагает отправить именно 0.5 эфириумов для того, чтобы активировать первый уровень. Сразу здесь стоит комиссия, но комиссия будет итоговая, когда уже транзакция подтвердится. Я нажимаю подтвердить. У меня к этому кошелечку привязан еще Telegram-бот. В принципе, все уведомления я буду получать туда. Ну и видим, что транзакция отправлена. Осталось нам дождаться. Ну и, соответственно, как только подтвердится транзакция, мы автоматически зарегистрируемся в данном проекте. Я пока ставлю на паузу. Немножечко подождем и продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем. Примерно спустя 2-2,5 часа. Сейчас сеть эфириума сильно загружена. То есть транзакция только-только подтвердилась. Вот Etherscan, можно перейти и посмотреть, соответственно, нашу сделанную транзакцию. Значит, видим, куда мы отправили. Это у нас смарт-контракт. Вот эта сумма. И, соответственно, теперь уже основная комиссия. То есть изначально показывала сумма другая, там в районе чуть более доллара. В итоге списалось 0,23 цента. Ну, вот такая вот сумма. Ну что, теперь давайте, наверное, попробуем войти в сам проект. Нажимаем вход и автоматически используем наш MetaMask. Все, друзья, мы попали в кабинет. То есть, соответственно, первый уровень у меня активирован. Слава богу, спустя 3 часа, да, долго я ждал этой активации. Активен на 364 дня. Ну что, теперь по этому тарифному плану, соответственно, мне надо всего лишь 3 реферала. Спустя, то есть, когда придет первый реферал, свои средства вложенные я уже отсюда верну. Соответственно, так же само придет сюда 4-й реферал. То есть тот, кто зашел под меня, также их вернет. Ну и вот таким вот образом. Дальше, соответственно, если привлекать сюда других пользователей, переходить на другие уровни, соответственно, заработок будет немножечко выше. Сегодня я связался со своим оплайном, который меня пригласил в эту игру. И он мне рассказал о том, что тот человек, под которого он зашел, он сегодня закрыл 4-й уровень. Соответственно, заработал 1.35 эфириума. Вот так вот. Нехитрым способом, в принципе, можно попробовать поучаствовать. Опять же, друзья, как обычно, напоминаю о рисках и о том, что если инвестируем, то только свободные деньги. Тем более в такого рода проект. Ну что, не буду долго ждать. Сеть у нас висит, а я хочу открыть еще один уровень. Поэтому приступаем. Можно сразу нажать повысить уровень, либо вот здесь вот купить за 0.15. Итак, нажимаю я купить. Соответственно, опять открывается мое приложение MetaMask. Так же самое здесь формируется сумма, ну и пока временно стоит комиссия. Итоговая комиссия у нас пишется уже, когда транзакция подтвердится. Так, все, транзакция отправлена. Опять же, по Etherscan можно за ней следить. Не знаю, сколько на этот раз пройдет времени, но первая транзакция, как и сказал, в районе 3 часов. Давайте пока, наверное, пройдемся по кабинету. Значит, после того, когда вы открыли первый уровень, вот сразу мне, кстати, сработали 2 бота о том, что деньги ушли. Как только вы активируете первый уровень, который стоит 0.05, у вас сразу появляется ваша реферальная ссылка для приглашения. Дальше по кабинету. Оплайны. Можно посмотреть, я думаю, здесь всю структуру. Значит, мои оплайны. Вот можно посмотреть первая линия, вторая линия, третья линия и четвертая линия. То есть все оплайны это те, соответственно, кто находится выше меня. У меня также, я думаю, появится своя структура и свои линии. Реферальные ссылки, ну, в принципе, я их показал. Она сразу на главной странице. Также есть, я так понимаю, GIF-баннеры внизу. Они будут представлены. Так, что еще здесь по кабинету интересного? Статистика. Ну, по статистике пока, конечно же, ничего не будет. Здесь будут все переводы. То есть это мои на данный момент переводы. Упущенная прибыль. Соответственно, здесь также можно все почитать, что это такое. Ну и панель управления. Это и есть главная страничка. Так, ну что, друзья, второй уровень, как видим, у меня активирован уже. То есть на данный момент все. Видать, все проблемы с сетью пропали. То есть все прошло за секунду. Все, теперь у меня активировано 2 уровня. Ну и посмотрим, что из этого удастся заработать. Друзья, если понравился вам проект, ссылочка будет в описании под видео. Если не хотите здесь участвовать, то просто следите за новостным телеграм-каналом, телеграм-чатом и за YouTube-каналом.
Я время от времени буду выпускать небольшие видеообзоры, соответственно, по поводу этого проекта по статистике. На мониторинг я его не ставлю, просто решил так поучаствовать именно для себя. Но, соответственно, новости в телеграм-канале я по нему скидывать буду. Ну что, друзья, ну на этом все, в принципе. И так обзор немножечко затянул, хотел по-быстрому все сделать, но, тем не менее, проект многофункциональный и очень много о нем рассказывает. Так что продолжение уже будет скоро, в следующей части, я думаю, через пару-тройку дней. Всем хочу пожелать профита, удачи. Друзья, подписывайтесь на все соцсети, чтобы быть в курсе последних новостей. Также на данный момент вы можете подписаться на наш сайт мониторинга. Внизу я сделал форму для регистрации, чтобы получать уведомления о выходе новых записей. Ну что, теперь приступим к розыгрышу и, как обычно, разыграем 200 доджикоинов среди наших подписчиков из предыдущего видеообзора. Итак, смотрим сегодняшнего победителя. Борис Султанов, я тебя поздравляю, свяжись со мной либо ВКонтакте, либо в Телеграме, скинь свой Dogecoin кошелечек и 200 монет я тебе отправляю. Друзья, ну а по проекту все. Еще раз напоминаю, что решение вы принимаете самостоятельно. Соответственно, зайдите, оцените все риски, ознакомьтесь с проектом, вообще стоит ли здесь участвовать или не стоит. Я лишь показал свой небольшой эксперимент. Ну, теперь все. Удачи и до связи.